голуби сначала не ели, а роллы. Вот, один, второй прилетел, не ели. А когда уже целая стая прилетела, уже тут заработала зависть. Жадность, точнее, жадность. И вот уже начали через «не хочу» эти роллы жрать. Вот такие роллы, короче, дорогие, около 400 рублей. Вы хоть одного человека видели когда-нибудь, чтобы голубей и ворон кормили роллами? Ведь они очень дорогие. Обычно голубей кормят зерном, там, хлебом, а я вот кормлю роллами. Вот так вот. Ешьте. Это рок-н-ролл. Это рок-н-ролл. Это русский рок-н-ролл. Мы тихо шли, мы ровы нашли. Мы тихо шли, мы ровы нашли. Одной рукой неудобно и крошить, и снимать, потому что руки грязные, пачкаются, поэтому как-то вот так вот. Сейчас драка начнется. Голубиная война. Вон дерутся. Сначала не ели, не понравилось. А может быть, потому что красного цвета они. А птицы боятся красного цвета, потому что, как правило, красного цвета это всякие вот ядовитые, ну, букашки, божьи коровки, прочее. Вон дерутся. Жаль, ворон нет, блин. Вот когда надо, никогда ворона не подойдет близко. А вот когда не надо, все это очень сложно, да. О, какая драка. Ешьте, роллы. Сегодня ветер очень сильный, на улице 18 где-то, жары, но очень сильный ветер. Давай на руку. Слабо на руку. Леонид Сергеевич Голубков, давай на руку. Ну они садятся на руку. Просто сейчас, как, ну я говорю, закон подлости. Когда надо, не сядут. Когда не надо, через «не хочу». Васаби, наверное, не будут они. Имбирь, наверное, тоже не будут. Кормите голубей, птиц, ворон. И Господь Бог вам даст здоровье. Видите, какой я щедрый, какой я добрый. Дорогими роллами кормлю птиц. Сначала не жрали, что-то не поняли. А потом, видать, видите, вкус приходит с аппетитом. Рука уже устала, трясется. На весу держать. Народу сегодня очень много. Вот шашлыки делают, бухают все в парках. Народу очень много, потому что погода хорошая. 18 градусов, тепло очень. Даже ветер южный такой теплый. 19 апреля сегодня, 24-й год.
Вот такие роллы. Дорогие. Около 400 рублей. А, вон там васаби. Ну, васаби мы им не будем давать, потому что это острая горчица. Нельзя им. Но голуби не дураки, они жрать не будут это. Видите, у меня чёжа с рукой. Поэтому надо пойти потом в туалет и руки помыть. А то я телефон весь заляпаю. Ну все, в принципе. Сейчас я на паузу поставлю. Это рокин-рокин-рокин-рокин-рокин-ролл. Это рокин-рокин-рокин-рокин-ролл. Это рокин-рокин-рокин-рокин-рокин-русский-ролл. Про роллы рокин-рокин-ролл. Про роллы рокин-рокин-ролл. Про роллы. Про роллы рокин-рокин-рокин-ролл. Мы тихо шли-шли-шли. Роллы мы нашли. Мы тихо шли-шли-шли. Роллы мы нашли. Мы тихо шли-шли-шли. Роллы мы нашли. Мы тихо шли. Мы тихо шли. Как мы шли, мы роллы в мусорном ведре нашли. Мы роллы в мусорном ведре нашли. Все съели, короче, вообще все, я даже не думал, что все съедят, целую пачку ролл, вот, все, я им больше не нужен, они пошли уже как бы по своим делам дальше искать себе пищу. Видите, как много сжирают, то есть им батон хлеба дашь, они его за 5 минут съедят. Так, это нам надо выбросить. Это нам надо выбросить. Что там осталось, в принципе, да ничего. Вот там это, как называется, имбирь, да, вот, ну это ворона может съест. А эти мы сейчас крошечки высыпем. Вот, кушайте, кушайте. Все, сейчас я это выброшу в мусорное ведро.